Осторожно, мошенники. В Карагандинской области лжеполицейские обирают пенсионеров. Полиция Карагандинской области разыскивает двоих мужчин, которые в форме сотрудников внутренних дел приходят в дома пенсионеров и, пользуясь их доверием, выманивают деньги и другие ценности, сообщили в пресс-службе ДВД области. По данным ведомства, 15 января в Центральный отдел полиции города Караганды обратился сын 88-летней пенсионерки, ставшей жертвой мошенников. Потерпевшая рассказала, что к ней пришли двое мужчин в полицейской форме, представились участковым инспектором и его помощником и похитили кошелек с деньгами в сумме 27 тысяч тенге. Уже полицейские сказали, что они якобы недавно назначены на должность и обходят участок для знакомства с его жителями. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется поиск подозреваемых лиц. Полиция области не исключает, что подобные факты могут повториться, в связи с чем просит граждан быть бдительными. Даже если к вам пришли люди в полицейской форме, потребуйте служебное удостоверение. При малейшем сомнении позвоните в территориальный отдел полиции или на телефон 102 и уточните данные полицейского инспектора.